конечно же, и знание языка, и знание культурных особенностей, и небольшие там какие-то основополагающие знания правовой базы, они необходимы, они помогают любому человеку, не обязательно Российская Федерация, там, в общем-то, Европа, там, да любые страны, оно помогает человеку, который прибывает туда, в ту или иную страну, помогает адаптироваться, помогает жить, помогает, соответственно, работать. Есть понятие адаптация, есть понятие интеграция. Это разные абсолютно понятия. Адаптация – это ты приехал, как бы вот эти 800 слов, ты, в принципе, понимаешь, куда ты приехал, ты понимаешь, о чем говорить с принимающим сообществом, ты понимаешь, что здесь вот культурные традиции, обычаи, вот именно нашей вот системы, да, нашего уклада жизни, они таковы, правовые основы таковы. Вот, в принципе, вот тебе этого достаточно, потому что ты через год там, или через полгода ты уедешь с территории Российской Федерации. А интеграция – это уже погружение в наши условия. Ты должен здесь абсолютно правильно сказать. Ты должен знать здесь и классиков, ты должен знать и историю, ты должен в совершенстве знать русский язык. Здесь уже требования абсолютно другие. И вот именно система, она вот это изучение русского языка и система тестирования, она именно построена на вот такой градации, на таких категориях.